Пошла жара! Закинь на счет еще дрова! Олимбет не парит, а щедрый бонус дарит! Зарегистрируйся, пополни счет и получи 30 тысяч рублей! Олимбет – народный букмекер! Ты отыграл немало сезонов в Хабаровске. Почему решился на переход в Факел? Ну, я уже повторялся. Это моя мечта – сыграть в премьер-лиге. Я получил такую возможность, шанс. И так что я в Воронеже. А что отличает твой новый клуб? Для меня лично или вообще в общем? Ну и для тебя лично, и в общем. Для меня лично это новый вызов для меня. Цель, к которой я иду с самого детства. Наконец-то я к этому пришел. И долго этого ждали болельщики Воронежа. Очень долго, 21 год. Они тоже к этому все вместе пришли. Так что дай Бог нам всем удачи и плодотворного чемпионата. Во время матча ты производишь впечатление очень злого, неуступчивого игрока, а в жизни ты улыбчивый и общительный. Откуда берется тот огонь, который идет от тебя на поле? Ну, не знаю, такой человек, я думаю, что в флегматике футбол не играет. Это эмоциональный вид спорта. Так что такой есть. А кто тебе придумал прозвище Гаттуза? Ну, я думаю, мы просто как-то внешне схожи или по стилю игры. Не более того. А ты готов выжигать центр поля вместе с Андреем Менделем? Вы уже не раз зарубались друг с другом на поле, а теперь вы в одной команде. Это моя работа прямая, я это делаю с самого детства, так что, конечно, готов. А как ты думаешь, удастся команде в этом сезоне заполнять трибуны стадиона? А как вы думаете, если 21 год команда не была в премьер-лиге, и весь город и вся область этого ждет, я думаю, что однозначно будут заполнены трибуны и будет сумасшедшая поддержка.